Добрый морозный день, друзья. Три футбола есть, имеется в виду три матча. Значит, Спартак, Крылья Советов, здесь тотал меньше трех голов. Значит, следующий матч. Зенит, Нижний Новгород. Здесь у нас по плану риск. Больше 2,5 голов. Здесь, конечно же, риск. Хотел сначала... Обе забьют, нет, но там коэффициент 1,50, смешной. Так, ну и Англия. Здесь у нас так, играют Кристал Пэлас и Ливерпуль. Я думаю, что фора Ливерпуля минус 1, так как здесь наиболее... В тот раз Ливерпуль победил. Ну и здесь, я думаю, что все-таки он является фаворитом. Фора плюсовая на Кристал Пэлас достаточно мелкая. Так что вот такая игра. Победа Ливерпуль. Тоже мелкая, конечно. Все есть.